Юрий Башмет дал бесплатный концерт в Сочи под открытым небом. Гости Олимпийского парка также имели возможность послушать игру первого всероссийского юношеского оркестра. Коллектив «Маэстро» собрал в 2012 году. И с тех пор молодые таланты успели показать себя на самых престижных площадках страны и за рубежом. Интересно, что дебютировал оркестр именно в Сочи, а самым ответственным заданием в свое время стало выступление на церемонии закрытия Олимпийских игр. Юношеский оркестр собран из различных регионов, городов нашей страны. Он действует в жизни, вот и есть вам единение уже в последующих поколениях. Я думаю, что вообще мы эти традиции, то, что поддерживаем и развиваем, это прелестно. Первый юношеский оркестр был создан на основе масштабного конкурса. Коллектив не имеет аналогов в истории страны. Концертом в Олимпийском парке юные дарования завершили турне по городам России. Сочинской публике сыграли произведения Берлиоза и завершили программу сочинениями Чайковского.